мир изменился. Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле, ощущаю в воздухе, читаю в ленточе. Многое произошло, и тех событий никто уж не упомнит. Однако есть истории, которым лучше оставаться нерассказанными. А потом они поубивали друг друга из-за камушков, прикинь? Ха-ха-ха! Блин, какой хороший у тебя травяной сбор! Чувак! Вообще, давненько что-то ничего не происходило, правда, дружище? Вот и приходится развлекаться, лечиться полезным паром. А может быть, давай снова заставим 13 карликов бросить нормальную жизнь и пойти на заведомо провальную миссию через всю страну, чтобы разбудить одно из самых опасных существ. Звучит как тост. Сейчас бы девочек. У меня только зайцы. Будешь? Девочек, я сказал, порох в пороховницах и все такое. Ну, есть у меня одна идея. Лунная призма! Дай мне сил! Арама Дзюцу! А теперь нас ждут великие дела. Навали Джексону за экранизацию «Хоббита»? Именно! Как же приятно, наконец, отдохнуть от приключений и жить спокойно. Встать утром, выпить чашечку кофе и... Погодите-ка, что у меня с голосом? Неужели опять пубертат? Стоп, а это что такое? Мягкое, примерно второго размера Гэндальф! Ладно, успокойся. По крайней мере, сейчас в твою хату никто не ломится. О нет, открыто! Ну, и как прикажешь вот это понимать? А что-то изменилось? Ну, как же, изящная фигура, нежная кожа, шелковистые волосы. Ты стал эльфом еще больше? Черт побери, нет! Я стал женщиной, и я знаю только одного человека, который мог бы это провернуть. Не человек, а Майер. Так, как видишь, я тоже в юбке, и нам надо решать эту проблему. В принципе, даже неплохо, что ты здесь. По крайней мере, ты поможешь мне больше, чем, например, твой отец. Только не говорите, что открыто! Вы не поверите, я сегодня проснулся, а моя укладка еще прекраснее, чем обычно. Мам? Нет, ну это уже слишком. С каких пор мой дом стал похож на панель? Деточка моя, через твою нору столько гномов прошло, что я бы не спрашивала. Нет, я тоже предложу сосредоточиться на том, как мне нужен наш обычный вид. Ну, я надеюсь, это все? Ха, я смотрю, наконец-то вселенная расставила все на свои места. Значит так, равняйсь, я командир вашего взвода, старший инструктор по боевой и строевой подготовке. Начиная с этого момента, вы будете говорить только тогда, когда к вам обращаются. И первым и последним словом, исходящим из ваших поганых глоток, будет слово «сэр». Это понятно? Сэр, так точно, сэр! Я не слышу, отвечайте как бабы. Сэр, так точно, сэр! Отлично, у меня здесь нет расовой дискриминации, мне плевать на хоббитов, на эльфов, на орков и на хоббитов. Значит так, ваши души могут принадлежать эру, но ваши задницы всегда будут принадлежать эльфийской пехоте. У вас есть какой-то план, сэр? Конечно, у меня есть план ничтожества. Мы находим Гэндальфа, приводим его сюда и заставляем отвечать на наши вопросы. Но как мы его найдем? Что ты сказал? Сэр, но как мы его найдем, сэр? Где ваш некогда хваленый эльфийский взор? Вот же он стоит за кулисами и смотрит прямо на вас. А ну иди сюда. Значит так, Серый, если ты сейчас же все не исправишь, то будешь играть Магнета как минимум еще в 5 фильмах. Ну же, нет, так не справишься, пожалуйста.
забыл, что я теперь мужик. Значит так, если сейчас же все не исправишь, то все, что между нами было ранее, повторится вот только в этом образе. О, не здесь, а не сейчас, дорогой. Эй, старикам, какого черта? Неужели действие твоих травок уже иссякло? Вы что, совсем книги не читали? Вообще-то я один из самых могущественных магов Средиземья. Просто я очень добрый. В общем, Гэндальф, у меня есть проблема. А у меня есть хоббит. Проблемы? Вот где настоящие проблемы. Да разве это проблемы? Вы вот это видели? Отставить папские разговоры на потом. У нас есть проблемы посерьезнее. Вы вообще видели, что они сделали с Мелькором и с Сауроном? Вы Господи, они так и до нас доберутся. Нельзя терять ни минуты. Идем, глупцы. Вообще-то мы еще здесь. А вам что, что-то не нравится? Серьезно? Вообще-то я против. Эй, Бильбо, смотри, орлы летят. Где? Всегда работает. Вы что, все это время до этого были мужиками? Ну что, Гэндальф, настало время попозже? Так, а ну вернулись, быстро все!